Привет вам, девочки, от меня, от радуги. Я все цвета радуги сегодня. Привет, девочки. Нарядилась. Девочки, шарилась тут в своей поваренной книжке, нашла, супер быстрый рецепт, кабачки по-болгарски. Вот честно сказать, смотрела, какое место тут будет по-болгарски, не нашла. Но название есть название. Поэтому готовим, девочки, кабачки по-болгарски. Я приготовила 3 килограмма кабачков, и надо сказать, я готовлю на полный рецепт, потому как мама моя обожала эти кабачки. Я вот раньше к ним нейтрально относилась, но в этот раз готовлю. Молочные кабачки взяла, девочки, вот нереально сорвала, пошла сейчас вот с грядки кое-что тут, вообще классные, прям супер, поэтому захотелось на полный рецепт. Листья хрена помыла, укроп, зонтики помыла. Вот примерно тут 8 штучек лаврушек, 1 чайная ложечка без горки черного перца горошком, а вот это у меня горчичка в зернышках. Если у вас нету, не парьтесь вообще по поводу этой горчицы. У меня есть, я кладу. Здесь у меня 3 ложки с горкой соли, а здесь 200 грамм сахара. А тут у меня чеснок. Ну, так как он у меня очень крупный, головки вот такие, зубчики такие, поэтому я буду его разрезать. Банки я пастеризовала, они у меня в духовке стоят, горячие. Крышки тоже пастеризовала. И еще у меня здесь 250 миллилитров 9% столового уксуса. Что мне нужно? Мне нужно налить в кастрюлю 2 литра воды, что я и сделала. Поглядите, девчонки. И ее нужно ставить на плитку, чтобы разогревалась. И всю последовательность я вам покажу. И как сейчас я стала делать, я буду писать рецепт под видео. Напишу еще. Ну все, я бегу ставить кастрюлю и будем дальше продолжать. Девочки, вот такие шайбочки надо нарезать. Ну примерно 1 сантиметр толщиной. Кабачки вот прям нереально молочные. Кожицу с них не убираю. Все пойдет в дело, да? Да. Вот так нарезаем эти кабачочки. Вода кипит. Высыпаем все, что заготовили. Так, сахар и уксус. Девочки, налила же 250 миллилитров. Но вы смотрите, если вам не столько не хочется наливать, вы налейте 200 миллилитров. А если мне вообще не хочется? Ну тогда у тебя все взорвется. Ну а 200 не взорвется? Нет. Так и говори, от 200 до 250. Вот что бы я без тебя делала, а? Ничего. Вот, девочки, все сейчас будет это, как закипит, будем опускать сюда кабачки. Достала горячие банки. Вот это у меня не стерилизованное. Я по 2 зонтика буду класть в каждую баночку. Что не стерилизованное? Банка? Вот это я показала, зонтики укропа. Укропа. Короче, я тут переехала, вы же видите, девочки, мне так удобней. А мужу вот, говорю... смотрите, все, взяла, перевернула. Мужу говорю, так... Ты пока это, я переехала, ты давай пропылесось. Спасибо, а то я застоялся совсем бедный. Да, кровь разгоняет мою. Вот, в общем, еще нужно сюда чесночка. Я вот вообще по 4 бы зубчика положить. Ну, у меня крупный очень, смотря какой чеснок же, девочки. Так что, смотрите, сколько вам нравится. Чеснок домашний, крупный. Так, и листики хрена у меня еще. Все, девочки, чувствую, прям слышу и чувствую одним местом, что маринад кипит. Теперь пойдем сюда, Юрик. Осторожно. Камеру портить. Пары. Девочки, опускаем сюда колечки кабачков. Вот эти шайбы наши. Фу, как запах уксуса. Ну ты сильно не приближайся.
И нужно будет не помешивать, чтобы как бы их топить, кабачки эти. Сейчас немного, и они все туда утонут, не переживайте. Сейчас закрою крышкой, они закипят. Девочки, вот у меня уже начались пузырики. И я теперь вот с этого момента засеку 5 минут. А то они у меня все переварятся же, кабачки. Все, засекаем 5 минут. Вот 5 минут прокипели. И мне нужно это все теперь уложить в баночки. Все горячее, девочки. Девочки, ставим вот этот вот рассол, маринад вот этот на плиту, чтоб кипело. И будем кипящим заливать. Пока маринад не закипел, я крышечками прикрыла. Чтоб микробы не попадали. Маринад у меня закипел, прям бурлил. Заливаем и закрываем, доставим сюда. Наверное, сейчас при помощь третьих лиц мне понадобится. Да кто, я третье лицо? Да. Давай девочкам показывай, чтобы они не думали, что тут третьи лица нужны. Ты давай не командуй, давай, работай. Солнце еще высоко. Что ты снимаешь-то? Смотри, не сверни. Нормально закрутила? Ты у меня мощная женщина. Вот тебе и помощь третьих лиц. Крепкая. Так, вот. И нужно это все прятать. Не зря взял тебя. Ну посмотрим сейчас, не потечет ли. Надо проверку делать. Проверяем. Все отлично. Женщина, что надо. Девочки, еще один рецепт из поваренной книги, а тут таких очень много. Я как бы поставила перед собой цель, вот я вам говорю, это будет меня мотивировать на дальнейшие видео. За 7 дней 7 видео заготовочных, так что ждите, буду стараться, но если что-то не подведет. Вот утром сегодня проснулись, интернета нет. Да, девочки, это все слова. Мне нужно это все укутать до полного остывания. Укутывай. И еще одна закрутка. А вот у меня утрешняя. Это я сегодня в один день два. Смотрите, эти баклажанчики уже почти остыли в томате. Ну, горячие, еще теплые. Видео уже стоит. Уже работает. Ну что же, девочки, до встречи! Всем пока-пока! Хороших заготовок без бомбажа! До встречи! Увидимся в следующем видео! Пока-пока, девочки!